Служба национальной безопасности Армении задержала полковника вооруженных сил Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Согласно сообщению, полковник вооруженных сил Армении в сентябре 2020 года потребовал от матери солдата-срочника $2000 для перевода военнослужащего подразделения в другое. Первую половину он получил на следующий день с помощью перевода на его счет, открытый на сайте одной из букмекерских контор. Чтобы не отправлять другого солдата-срочника в воинскую часть, личный состав которой участвовал в боевых действиях в Карабахе, в ноябре через посредника потребовал от его родителей $2500. В тот же день он получил $2000 для отправки еще одного солдата на место службы, выбранное срочником по желанию, он потребовал у его родителей $10000. Уже в 2021 году за перевод солдата-срочника в другую часть полковник запросил более $2000. По данным СНБ, за деньги полковник организовывал прием на работу в госпитале, присвоение воинских званий, за что получил около $3000. Также полковник прикрыл, исключил из списков самовольно покинувших часть дезертирство военнослужащего из воинской части в Карабахе в ходе войны. Вместе с ним задержаны еще около десятка человек.